Всем большой привет! С вами канал LPS Cat City. Сегодня это очень важное видео для меня, возможно, и для вас, но для моих зрителей, подписчиков. В общем, у меня появилась такая небольшая проблема, то что я хочу поменять название канала. Возможно, вы можете высказать свое мнение, хотите ли вы, чтобы у меня название канала изменилось или нет. То есть вы это можете написать в комментариях. А если вы не против, чтобы у меня было другое название, потому что это мне не очень нравится, но как-то замысловатое. Вот я просто посмотрела другие каналы. У них классное название, ну, каждому свое. Я на бумажке, ну как, на листочке, написала два названия канала. Ну вот, например, больше всего мне нравится вот первый. Вот эти циферки просто, ну, если вам какой-то из них понравится, пишите в комментариях циферки и почему. Вот, чтоб я знала. Давайте начнем с первого, я вам расскажу немножко. LPS Cat Today. Ну, вот этот мне безумно нравится, потому что словосочетание Today, оно очень классное. И оно будет писаться слитно. Вот это как бы фишка этого слова, блин, то, что оно пишется раздельно в жизни. А я его напишу как название слитно, так будет интересней. Вряд ли, ну, тут вряд ли будет подчеркнуто, просто у меня такая. LPS Cat Today, LPS Cat сегодня. Ну, оно мне больше нравится, чем вот это, но это все равно как бы немножко тоже мне нравится чем-то. Это LPS Explore TV. Мне на самом деле оно тоже очень нравится. Я не знаю значение этого слова, но просто оно классное. Ну, на это смотрел Discovery, там такое есть. Ну, TV, телек, как бы. В общем, голосуйте в комментариях, кому какое нравится. Название я постараюсь поменять, либо оставить это. На этом видео мое закончено. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!